Первоначально это место принадлежало доктору Майеру, прототипу доктора Вернера в «Герое нашего времени» Лермонтова. Он в конце 30-х годов построил здесь одноэтажный каменный дом с большим подвалом, где толщина стен доходила до 1,5 метра. Здесь бывал Михаил Лермонтов, декабристы. Еще одним хозяином был булочный мастер Людвиг Трахбе. В 1901 году он построил новое здание. В доме доктора Майера он устроил книжно-музыкальный магазин. Рядом с каменным домом он построил одноэтажный деревянный, где разместилась его пекарня. В глубине усадебного места он возвел кирпичный дом, который сдавал под квартиры. В советское время на первом этаже обосновалась контора, а во вновь выстроенном двухэтажном – продуктовый магазин.